Но если ты хочешь, чтобы родители купили тебе новый телефон, тогда успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Всем привет, ребятки! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать в игрушечку под названием Girls Attack. Но вот эти вот ребята, которых вы видите, попали в это видео, так как написали много хороших комментариев. Ты тоже сможешь попасть в следующий ролик, если напишешь какой-нибудь хороший комментарий. Ну а мы давайте, ребятки, будем с вами начинать играть в эту замечательную игрушечку. Итак, стартуем, и наша девочка побежала. Мы подобрали еще несколько таких же самых девушек, и, ребятки, обходим вот эти вот лезвия. Мы... Кстати, ни одна девушка не пострадала, теперь из одной стала, смотрите, вернее, из нескольких стала одна большая, и нам нужно просто нажимать по экрану, чтобы наносить вот такие вот удары. И вот такой вот решающий удар в голову, и мы его закидываем на, ребятки, на X, 3 и 2. Неплохо, конечно, неплохо. Это значит, что мы сейчас можем с вами прокачать кик, а также можем прокачать more money, то есть больше денежек. Окейшки, мне пока что все понятно, все нравится. Ой, смотрите, ну, то есть были какие-то противники, и наши девушки их просто отметили. Смотрите, один на один получается. Ничего себе. Но все равно, ребят, мы сейчас отдубасим сами этого пацанчика. Конечно, мы, наверное, не очень далеко сейчас его зафутболим. Я думаю, что на троечку мы вряд ли его докинем. А хотя, смотрите, на 3,6. Ничего себе. То есть мы заработали с вами довольно-таки много денежек. Давайте будем прокачивать кик. Давайте нет, будем прокачивать все постепенно. И то, и то. Кстати, мы пропустили там с вами одну девушку, но я думаю, что ничего такого страшного не произошло. Главное, чтобы сейчас не, они не пострадали. Фу, я был близок к тому, чтобы их лезвие уничтожило. Ну, окейушки, так, получай по голове. Хыдыщ. Кстати, ребятоньки, вы можете написать в комментариях какую-то, например, прикольную игрушечку, в которую бы вы хотели, чтобы я сыграл. И я обязательно это в следующий раз сделаю. Мы с вами прокачали сейчас more money. Ну, все-таки зарабатывать, ребятки, нам нужно здесь больше. Чем больше мы будем зарабатывать, тем больше мы будем здесь все себе покупать, и быстрее мы будем прокачиваться, конечно же. Сейчас мы играем за блондин. И, кстати, смотрите, как нас много. Главное, чтобы сейчас эта штука... Блин, все-таки одна блондинка пострадала. Ну, а мы довольно-таки высокие, громадные силачки, да? Точнее, силачка. Это же одна девушка. В конце дерется одна девушка, а не целая толпа. Окей, давайте прокачаем тогда кик. И больше у нас не хватает денежек. Не хватает одной монетки, чтобы прокачать там еще что-то. Здравствуйте, парнишки. До свидания. Да, ребят, мы реально играем за прям за боевых каких-то девушек, которым ничего не страшно. Я так понимаю. Так, пробегаем, пробегаем. Опа, никто не пострадал. Отлично. Ой, а вот тут, наверное, ребятники пострадает. Хотя нет, мы, в принципе, вписались с вами. Так, берем вот этих вот. Берем, берем, берем. И быстро бежим, бежим, бежим. Фу, как же хорошо. Ой, какие мы стали большие. Мы просто с 4 ударов, ребята, уничтожаем противника. То есть, понимаете, да, какие мы крутые. И на X36 мы его закинули. А почему здесь показывает X4 и 3? Я не понял, почему, что это за бонус такой от игры. Смотрите, не хватит нам еще 3 монетки, чтобы прокачать деньги. Ну капец. О, а это бонус миссия, скорее всего, мне кажется. Да, потому что я здесь вижу много денег, очень много денег. А ну-ка, ребят. Да, реально, это, скорее всего, бонусная миссия. Или нет? Ну, нет. Наверное, что нет. Это просто миссия, где довольно-таки много монеток мы с вами, в принципе, здесь собрали. Сейчас нам нужно его как можно быстрее дубасить, ребятки, и как можно дальше его зафутболить. Хотя бы на X4. Ну, получится нам это сделать. Давай, давай, X4 и 2. Неплохо, мы заработали 378 монет. Это значит, прокачиваем кик, прокачиваем деньги. И еще деньги и кик. Круто, ребята, это реально было очень круто. Тут нужно аккуратнее проходить, потому что тут какие-то колючки вылазят. Так, мы их обходим. Без проблем берем монетки, берем этих девушек. И так, тут, в принципе, мы можем врезаться в стены. Да, мы врезаемся в стены, и видите, ничего не происходит. Нет, блин, как же много девушек погибло, ребята. Это все по нашей вине. Да, это все из-за меня. А так и было бы, наверное, рекордное количество. Потому что так много, наверное, я еще за раз не приводил вот сюда вот. Но мы немножечко с вами, как говорится, затупили. Ну, я затупил. Поэтому, ребят, там пострадала, конечно, парочка девушек. Вот это вот, получается, такая штука вращающаяся, да? Она их уничтожила, к сожалению. Это было очень печально. Так, ладно, прокачиваем тогда мани. И погнали. И
Вы заметили, что очень часто здесь новые девушки? Я ничего не покупаю, то есть новые скины я не беру. Вы же видите, да? Здесь даже, наверное, невозможно покупать новые скины. Но все равно девушки у нас здесь меняются. Может быть, девушки остаются теми же самыми? Может быть, там, я не знаю, наряд их не меняется, потому что, ребят, ну, девушки, они реально очень любят часто, там, не знаю, одеваться что-то разное, там, либо еще что-то. Вот, например, у моей девушки, ну, если так, например, взять 15 пар джинсов, да, а у меня всего-то навсего 5. То есть, и мне этих 5 просто с головой хватает, а у нее 15, ей мало. То есть, вы поняли, да, к чему я клоню? То есть, они любят много одежды. Вот если вы девушка, то напишите об этом в комментариях. Напишите, я прав или я не прав. Но мне кажется, что я все-таки прав. Так, ждем, ждем, ждем. И побежали, берем еще этих троих, эту одну. И мы должны, ребятки, с вами отдубасить того крайнего пацана. Так, тут вот еще противника 3. 4 даже противника. Но ничего, нам хватит, в принципе, нашей вот такой вот толпы, чтобы отметелить его. Здравствуйте, здравствуйте, получите по морде и получите с ноги еще. На небо за звездочки, ребятки, мы с вами его отправили. И это у нас новый рекорд, посмотрите, 5.2. То есть на 5.2 мы еще никогда не отбрасывали никого. Давайте мы прокачаем кик, чтобы быть еще сильнее. Вроде бы, знаете, игра такая как бы простая, да, но довольно-таки интересная, прикольная. Мне она лично нравится. Я бы даже не прочь еще разок в нее поиграть, но только тогда, когда она, ну, когда выйдет апгрейд по данной вот игрушечке. Когда выйдет апгрейд, тогда, ребятки, может быть, я в нее еще сыграю. Давай, 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 давай. Что? Половина погибла. Это просто капец. Ну, почему так много девушек погибло, блин, от той палки? Ну, я просто в шоке, ребятки. Ну, мы должны сейчас все равно на 5 с копейками их закинуть, да? Отметочка, нет, 4.8 из-за того, что, ребят, реально нас было очень мало. Мы прокачали с вами кик, у нас уже кик 9 уровня, а Моней, я не знаю, ну, наверное, 4, потому что, ну, я в основном прокачиваю, ребятки, нападение. Ну, нападение это вообще, это лучшая защита, и это вообще очень круто. Так, проходим через вот эти вот такие вот врата странные. Здравствуйте, девушки. Вам было скучно без нас? Ой-ой-ой, как здесь их много, этих девушек, ребятки. Посмотрите, как много девушек хороших, да? Так, пробегаем, пробегаем, пробегаем. Но все равно это не рекордное, ребятки, количество. Ой, смотрите, мы уже с вами прошли 11 уровней. Вроде бы только начали играть, а уже 11 уровней прошли вообще без проблем, да? Еще ни разу, заметьте, мы ни разу с вами не проиграли. Ребятки, еще у меня к вам есть такой вот вопросик. А вот, кстати, бонусная миссия, да. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится вам то, что я иногда играю в одну игру. То есть, вот, не в 8 игр, а в одну. Если да, то ставьте лайки. Я думаю, что я периодически буду так делать. То есть, будем с вами мы играть. Иногда будем 8 игр играть, иногда будем играть в одну игру. Я вообще думаю, возможно, заливать каждый день по 2 ролика. Одно видео там, где мы играем 8 игр, а одно видео, где мы играем какую-то определенную, одну новую, крутую игрушечку. Если вам эта идея нравится, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. А мы давайте с вами прокачаем, давайте вот кик 2 раза. И, в принципе, маной мы прокачали неплохо. Ребят, то есть сейчас мы нашего противника сможем зафутболить очень и очень далеко. Я прям уверен в этом. И, кстати, знаете что, ребятки, можно играть не только вот в такие вот игрушечки. Можно играть, например, какие-то там айдл игры, да? Вот айдл игры тоже, кстати, очень прикольные. Ну, короче, если вы знаете какую-то классную игру, просто напишите об этом в комментариях. Я ее скачаю, посмотрю, что это за игрушечка. И если она мне понравится, то мы обязательно в нее с вами поиграем. А тут нас ждет какой-то Брюс Ли, да? Ну что, он реально похож на Брюс Ли. Но мы сейчас и этого фейкового Брюс Ли накостреляем. А ну-ка, как далеко мы его закинем? Давай, давай. 5.6. Неплохо. Ребят, это очень неплохо. Ну и давайте мы тогда еще прокачаем кик. Здравствуйте, здравствуйте, девушки. Какие вы все стройненькие, как вас здесь много. Что-то новое тут у нас появляется впереди, да? Ну, карты, конечно же, здесь постоянно меняются. То есть, постоянно новая карта у нас. И это уже какая-то она очень длинная, ребятки. Очень длинная карта. Ё-моё, сколько там погибло. Блин, девушек. Печально, ребятки, очень печально. Прям целая куча этих девушек погибло. Ё-моё. А я-то думал... О, кстати, вот сейчас их реально очень много. Наверное, еще до финиша вот так много никогда не прибегало. А ну, смотрите, как мы его сейчас накостыляем. По-любому, ребятки, рекорд. Вот где-то больше 6 будет. Вот смотрите, я прям уверен на 100%. Что? 5.4? Почему так?
Я в шоке. Ладно, ребятки, давайте тогда, может быть, еще с вами эту вот миссию пройдем, да? И потом посмотрим, что мы будем делать. Либо дальше играть, либо закрывать игрушечку. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, сколько монеток? Не-н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 е. Фу, блин, трое выжило, ребята. Это просто капец. О, а знаете, что я хочу проверить, ребятки? Я хочу проверить следующее. Блин, я хотел, знаете, что сделать? Я хотел, чтобы как можно меньше девушек дошло до финиша. Ну, 4 девушки, но мы, конечно, их накостыляем. Вообще без проблем. Мы даже, наверное, будем чуть меньше, чем он. Смотрите, просто долго бьем его, а так вроде бы все нормально. Да. До свидания. Ребятки, на этом я думаю, что свое видео я буду заканчивать. Если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Алексис. Всем удачи и пока.